Областной координационно-методический центр культуры и творчества представил ивановцам очередной проект в рамках программы «Кино, культура, образование. Шаг навстречу». На этот раз тематическую кинопрограмму посвятили году экологии в России. Началось мероприятие с выступления ребят в вокальной студии «Ассорти». Затем организаторы представили зрителям новый документальный фильм «Волга», рассказывающий о крупнейшей европейской реке. Это первая кинокартина, где зрители могут увидеть всю Волгу от истока до устья. Создатели ленты провели 10 экспедиций, чтобы запечатлеть все красоты Великой реки. Очередной кинопоказ планируется провести уже в следующем году. Новая тематическая программа будет приурочена к столетию Иваново-Вознесенской губернии. Каждый кинопоказ – это такое небольшое кинопутешествие. Вот, кинопутешествие, которое проходит под девизом «Мы живем в России». Вот на прошлом занятии мы путешествовали на крайний север и смотрели с ребятами фильм «Звезда, которая не греет». Фильм рассказывает об экспедиции наших ивановских путешественников к Северному полюсу. Ну а вот сегодня для ребят подготовили не менее увлекательное путешествие по нашей великой реке Волге.